Ищи, ищи мгновение, говорил Анатолий Зверев и искал. А время было советское, и люди были советские, и лица были советские, и шампанское было советское, и все было советское. Прически, и краски, и мысли были советские, и антисоветские. Но все это мало интересовало Зверева. Мы открылись буквально год назад, 27 мая 2015 года, и это уже третья выставка в стенах этого здания на 2-й Тверской-Ямской. Собственно, вот сейчас мы представляем один из главных проектов в истории нашего музея – «Женские портреты Анатолия Зверева». Этот проект нам очень дорог, для нас он очень важен, потому что является одним из ключевых в понимании творчества художника. Начинаем не совсем стандартно. Каждого зрителя, который приходит к нам в музей, мы просим подняться на третий этаж. Таков сценарий осмотра экспозиции. Вообще музей отличается тем, что помимо картин здесь очень много мультимедийных и интересных таких решений, связанных уже с современным показом искусства. Так вот, мы с вами находимся на третьем этаже. За моей спиной сейчас надпись с названием этого этажа. Он называется «Садись, дедуля, я тебя увековечу». Но эта фраза для нас очень значима, потому что ее, как правило, всегда произносил Зверев, когда начинал портретировать своих героинь. Собственно, с нее и начинался этот самый процесс портретирования, который описан во многих книгах, во многих воспоминаниях. И для нас эта фраза стала эпиграфом к тому, что создавал Зверев. А создавал он действительно образ своего времени, своей эпохи. Он действительно увековечивал своих героинь. И третий этаж как раз посвящен тем самым героиням, тем его лучшим моделям, его прекрасным женщинам, вдохновлявшим его на самые интересные портреты, которые, к тому же, еще оставили воспоминания об этих сеансах портретирования. Перед вами один из шедевров зверевской кисти. Это портрет Полины Лобачевской. Я бы хотел обратить внимание на удивительные жизнерадостные цвета, которые Зверев наделяет почти каждый свой портрет. Это всегда очень такой яркий, экспрессивный взрыв цвета и света. И этот контраст, те, кто знает жизнь того времени, вот 60-х, 70-х, 80-х годов, для художника, стремящегося к свободе, для художника, не имеющего ничего, никаких там привилегий или заказов, этот контраст необычайно ярких, эффектных портретов и такой, как говорил сам Зверев, скованности жизни, он, несомненно, бросается в глаза. Полина Лобачевская дружила со Зверевым, его поддерживала. Он часто бывал у них дома. Они с ним много беседовали. И в какой-то степени этот музей – это такая попытка сохранить память о друге, о художнике, которого она, несомненно, ценила выше всех своих современников. И то же самое отношение чувствуется в зверевском портрете Полины Лобачевской. Это всегда красавица, это всегда образ возвышенный, образ, связанный с таким ощущением ренессанса, невероятного взлета, красоты. Ну, в общем, всего того, что обычно связано с лучшими женскими образами во всей истории искусства. Так что для нас это не только портрет нашего руководителя, но еще и очень знаковый, важный портрет для всего искусства Зверева.